все, мы собрались, время 8 утра, так рано мы еще пока последние недели, наверное, не выезжали. Ребята едут на Екатеринбург сейчас, да? Все, там тоже с велосипедами. Сейчас. Тоже GT-шки у них. Обмотали все. Все, спасибо этому дому. Пойдем к другому, да? Сейчас чуть на курган не уехали случайно. Надо было дальше ехать, там уже повернуть хотели. Такая природа классная, в самом соку. Август. Скоро урожай уже будут собирать. Злаково. Все время встречный западный ветер никак не дает разогнаться. Вон, пятнашку держишь. Да ладно. Выше уже тяжеловато. Сейчас вернули в поле на ночевку уже. 10 километров не доехали до 100. 90 пока проехали. Настя устала. Чего уж, насиловать себя не будем. Главное, чтобы дождя потом не было, потому что мы потом не выйдем отсюда. Все, уже поставили палатку.
И оказывается, выяснилось, что мы забыли эту дугу. Дугу вот сюда вот, поперечную, короткую. Я не могу ее здесь нигде найти, мы походу на прошлой стоянке ее где-то оставили. И это вообще очень обидно. Хоть назад возвращайся, я не знаю, здесь не могу ее найти. Ее не было. Как мы могли ее там на ночевке оставить, там же поле было. Как так невнимательно-то, а? Здесь-то нет нигде. У нас сегодня шикарнейший ужин. Шеф-повар Никита обещал мне пожарить яйца. Да давно уж не жарю. Надо уж. Фига себе. Клещ. Ну, клеща нашел. Теперь надо будет осмотреться. Угу. Все, мы собираемся. Время уже 11, да, почти? Больше 11, уже сегодня полежали, немного отдохнули. Вчера день такой трудный был. Опять стартанем, ветер все такой же, встречный, ничего нового. До этого, до Тюмени 220, завтра вечером должны там быть. Ну капец, грязюку куда попали. Нормально. Чуть крыло не сломал. Грязи-то набрал. Вон там уберет. Вот развилка. Налево на Курган, прямо Тюмень. И направо Ханты-Мансийск, на Тобольск, Ханты-Мансийск. На севера. Какие объявления здесь? Работа для девушек, Тюмень. Отличные условия, высокая зарплата, безопасность, конфиденциальность. Мне прям самому захотелось туда. Я, правда, не девушка, но был бы девушкой, точно бы пошел. Туда бы работать пошел. Так все заманчиво. Так, а через полосица столько дождей приходит, тучи приходят, уходят. Затяжных нет, чисто вот такие. Чисто полосами. Ветер только приносит. Старинки готовим обед на остановке.
Баллон еще китайский не заканчивается. Еще меньше половинок. Еще не знаю на сколько раз. Дорога нормальная. Ветер, ой, вот, дождь полосами только проходит. Так, заехали в Амутинское. Надо в магазин что-нибудь купить, поесть. Заводоуковский район. Едем на закат, на запад, домой, дома уже пошли. Все чаще думаю о доме, силы появляются ехать домой. Сейчас за водой заедем. Воды надо набрать. Ой, замечательно, просто августовская такая свежесть вечерняя. Осень скоро тоже придет. Что-то никак не можем свороток найти. На ночевку сейчас найдем, заедем. У Наськи сегодня рекорд будет, сейчас уже 110 проехали. У нее рекорд 110. Сегодня может 111, 112 будет. Все, доброе утро, проснулись. Сегодня долго что-то спали, вчера все-таки нормально так проехали. Но сегодня надо проехать как минимум столько же. Сегодня еще прохладненько, так хорошо уже. Август все-таки. Да. Сейчас собираемся и едем на Тюмень. Сейчас проезжаем Заводоуковск. Ягод где-то в лесу должно много быть. Люди ездят, продают, ходят, продают. В прошлом году я как раз в Сибири, в Забайкале, столько голубики ел, ешь не хочу, голубика, брусника. Ох, кайф, витаминов-то тогда было.
Вот, встретили наших друзей. Слава с Наташкой. Едут с Екатеринбурга, уже вернулись. Вон нас встретили возле завода Уковска. Сейчас попробовал подключить свой фонарик через солнечную панельку. Офигенно работает. Даже не такое сильное солнце, все равно хорошо идет. Жаль, ночью так нельзя. Дорога вроде нормально пока идет, посмотрим. Что-то там участок был плохой, сейчас 4 полосы аж стало. Самый сильный ветер за последние дни. Ехать тяжело, дорога полями, деревьев нет, ничего не тормозит его, капец. Ну хоть деревья появляются, ветер ослабевает, получше ехать, полегче, чем на полях. Настя где-то отстала там пока. Тяжело против ветра ехать. Приходится ехать по обочине. Дорога узкая. Что за парадокс российский? Чем больше трафик, тем ближе город, тем хуже дороги. Вообще ужас просто. Узко, нет места для велосипеда здесь. Опасно. Вот Тюменский район. До Тюмени где-то 50 осталось. Развилка, получается, тут дорога направо уходит прямо на Тюмень, а это типа объездной. Она тоже идет на Тюмень, задевает. Вот, мы решили поехать по этой. Вроде смотрим, обочина большая, широкая. Посмотрим. Там вообще обочины не видно. И машин вроде здесь меньше. Дорога здесь вообще приятная, и машин меньше гораздо. Вот пригород пошел, Вин-дизели. Погода классная, ветерок стих немножко, ехать хорошо. Такое небо замечательное просто. Потрясающий вечер. До Тюмени совсем чуть-чуть осталось. Этот закат хочется снимать и снимать.
нормально, все, сейчас с трассы свернем сейчас. Наконец-то, а то тут трафик большой, больно. Что-то вывески Тюмень пока не видно, а мы уже в Тюмени. Да. Давай. Такая большая, ее вообще не видно, потому что она вся истерканная была. Серьезно? Нифига, я вообще не заметил. Там прямо цветами выложено. Должно было. А, это перед лесом, да? А я забыл про нее. Я смотрел издалека, о, думаю, наверное, Тюмень. Ну ладно, что, не сфоткаемся на фоне Тюмени. Завтра в Тюмени, надеюсь, нафоткаемся, да? Вот Тюмень, вот ее я и ждал. Нам не Стелла нужна, а вот что надо. Нашли, Настя. Вот ТЭЦ у них тут сразу. Тюмень! Поехали. Че? Не, быстро будем. По городу я быстро еду. Давай, терпи. Не могу. Все не может, Настя. Вот уже спальные районы начались. Да, Настя? У Насти слабые фонарики, эти мигалки. Надо покупать задний нормальный фонарь, передний. Мы уже вложились, конечно, нормально. Но что поделать? Денег уже практически нет. Нормально фонарь долбит-то. Такой город приятных дорог, по крайней мере, пока. Но в такое время суток по любому городу кайфово ездить. Сейчас мы едем, хотим через центр поехать. Вот. А? Чё? Кто? Ты. А, на центр едем. Хотя нам центр и не нужен, в принципе, сейчас. Но ладно, что там. Там 10 километров ни роли не сыграют. Сейчас уже 116 проехали. Кстати, Наськин рекорд пока. На рекорд идем. Не, уже побили. С каждым километром новый рекорд. Прямо в центр решили не ехать, сейчас свернули. Фига, это что за автобус? Какие-то вообще старые европейские автобусы ездят. Воняют. Вот, поедем чуть-чуть через другую дорогу. Потому что люди ждут, в Тюмени нас ждет Саша Клименко. Он уже мой давнишний зритель, вот, пригласил в гости. Банька, говорит, уже ждет. Баньку топят, мясо жарится, поэтому мы сразу туда поедем, по городу мы еще погуляем. Да? Сейчас будем проезжать через мост.
по мосту через реку Тура. Как все по-чувашски все-таки здесь. Тура. Ничего не видно, конечно. Ну, как наша Сура примерно, чувашия. Сургут-Тобольск. Сургут 774, Нефтьюганск 732. Отсюда до Северов так недалеко, с Тюмени. Ну, поеду на Полярный Урал хочу. Он же приезжал. Да, ему не получилось, короче, у нас. Я ему обозначился, как бы опоздал, а он уже уехал. Но дело вот в чем. Я такой собрался ехать там, блин, все едут на юг, а я поеду в родные пенаты, знаешь, топнул на Полярный Урал. Ага, сел, собрался, значит, 60 километров я проехал. Все, запал там кончился, все кончилось, как бы, все накрылось, ладно. Все, потом, но основоположником как бы Герман у меня был. Я его посмотрел, потом Николая Ковалева посмотрел. Что у меня с девушкой поехали, думаю, Байкал 4 тысячи, я тут, знаешь, там... Ладно, потом смотрю, нахожу как Никиту Васильеву, какой-то гангстер или там, думаю, куда, твою дивизию там едет просто. Я давай это все отслеживать, знаете, и очень сильно запомарил по этому. Это, просто, это ты когда начал следить за мной? Да я еще, ты что, еще с января там. После Нового года. Когда я уже там был? Да, а он там все ездит, там, то Китай, то у него там, то Таиланд, там, то он, блин, думаю. Мы уже отдыхаем, нам выделили комнату, замечательную комнату, уже в баньку сходили, уже уставшие просто вообще сейчас спать будем. Вот, Тюмень встречает.